Во, пожалуйста, ловушка. Скажите, что это соло-ловушка. Ну, потому что оно скучное. Блин, это никакая не соло-ловушка, он на запал вышел. Развернешься? Развернулся. Давай тогда сбор повесим, что ли. Я просто хотел больницу отхилить. Но... А сейчас мы это сделаем попозже. Чуть-чуть. Он улетел уже 100%. Лол. Неплохо. А ты успеешь спрятать 400 тысяч? Я бы на твоем месте улетел, а потом бы начал прятать. Но у него, видать, какая-то другая логика. Но он все не спрячет. А он отхилил Больки! То есть ты собираешься принимать? Давайте еще одну атаку пустим. Правда, там оставались, наверное, пехотинцы да кавалеристы, зря я пехами пошел. Но я думаю, пехоты тут будет вполне достаточно, чтобы забрать героя, которого он наверняка не спрятал. Ха, он еще отхилился! Да ладно, у него вообще был герой, есть смысл за ним лететь? Слушайте, смысл есть. Баллисты. Там остались баллисты. А, на него уже вышли. Ну, до свидания. Правда, он не делает телепорт. Но, скорее всего, успеет спрятать. Давайте дадим ему шанс. Не полетим за ним добивать. Еще минус ТПшка ради 20 тысяч осадок. Мне герой его, по сути, не нужен. 20 тысяч осадок добирать, ну, такое себе. Во! Слушайте. Это цель для соло? Я думаю, что это ни хрена не для соло. Но я выйду в соло. 300 миллионов силы. Сел. Нет, не сел. Ай-яй-яй. Успел, успел, да успел. Ну скажите, что я успел. Фу. Ну что такое? Что за невезение? Лидер у него был, лидера у него не было. В стрелковую фалу зашел, кстати, снес неплохо. Смотрите, сколько гроба у него от четвертых войск. Ну блин, ну скучно. Вот куда ты делся? Как мне теперь тебя найти? А это еще что такое? Что это за явление народа? Ну это русский, да? Не будем русского бить. Он, похоже, специально сюда встал. Я в 300 лямов зашел, блин, на контре. Ну то есть, ну как бы не знаю, контра там была, не была. Но я пошел без разведки. Просто на рандоме. Подождите, я своего тезку... Это русская гильдия? Блин, свою тезку протащил. Извиняюсь. Не, ну я на самом деле как бы даже не обратил внимания, что это русская гильдия. А на этот аккаунт, скорее всего, не пойдут они. Я просто спрячу лидера в подвал. Ну-ка, а просканишь ты меня в ответ? Не, ну типа можно сборить. Мне кажется. Ну как вы думаете? Ну это хрень какая-то полнейшая. Кто такой? Англичанин? Китаец? Ну блин, мы игра! Игра! Можешь, пожалуйста, не крутить эти колесики бесконечные? Ну проскань меня. Хотя он наверняка думает, что я нахожусь на контре. Что в принципе было бы логично. Ну проскань. Ну, дружок. Будь человеком. Но если он улетит, это будет обидно. Поэтому мне нужно его сборить прямо сейчас, я думаю. Но это будет очень обидно, если он улетит. Его нельзя отпускать. Пофигу. Мы сборим. Ну вот ваши ставки, ребята. Я думаю, там прям мясо мясом. Лямов 10 войск, Т3, Т4. Нет, здесь многое. Лямов 6 войск. Прям вот, ну, прям конкретное мясо. Ксинг вышел, выехал. Ну-ка смотрим, побежала атака, полетела. А, это не Ксинг. Ну, это ксинговский аккаунт второй. Побежала, 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 побежала. Ускоряется, ускоряется, ускоряется. Пуля летит. И... Бау! Возвращается что-нибудь? Ничто не возвращается. Это шмот? Это война или ферма, ребята? Нет, там что-то есть. Это он не пустой. Он просто сбор, похоже, не заметил. Такое возможно? Я попробую сейчас быстро успеть сбор на него повесить с маленького аккаунта. Ага, хрен там был. Успел повесить.
Кавалерийская фала. Ой, блин, как нам его найти? Просто жесть какая-то. А где его-то третья? Вот-вот-то третья войска, кстати. Их немного, я думал, больше будет. Надеюсь, мы его найдем. Надо было, знаете, что делать? Просто атаку с лидером послать после сбора. То есть, смотрите, он делает РТП, принимает сбор, и потом принимает атаку с лидером, и у него лидер остается в тюрьме. Вот это, кстати, тема, реально, это тема. Прям вообще суперская тема. То есть, видите, выходит сбор, потом я выхожу в соло с лидером с маленького аккаунта, он делает РТП, и у него лидер остается в замке, и мы знаем его коры. Если он, конечно, лидера быстро не отпустит. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Да пофиг, поменяем сейчас. То вдруг у меня залагает, мало ли. 4, 3, 2, 1. Вышел спор. Пошли коврики. Пошли, 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 пошли коврики. Бум! Как бы... Это все, что у него было? Это все, что у него было. Серьезно. Ну, серьезно. Ну, слушайте, ну хотя бы не пусто. Минус 61 миллион сил. Там Т-4 войска были. Да, там было много Т-4. Вы смотрите, он в гроб потерял больше лямы Т-4 войск. То есть это не Т-2. Это очень крутая цель. А почему он не раскидал свои войска по, я не знаю, там, по своим союзным замкам, по плиткам, в убежище не спрятал лидера? Ну, дурачок, что ли, совсем? Ну, давайте достанем, пофиг, эти войска из укрытия. На всякий случай. Вдруг он реально просканет. Опа. Это что, форпост ловуш... не форпост, а как он называется-то? Грифон? Не, вот я не знаю, типа... А... Он думает, что он сможет с таким количеством войск меня съесть? Или он прожимает типа грифона, возвращает все? Мне реально интересно. Ну, это типа какая-то ловушка. Он буст на 20% атаки включил. Пехотные герои. Ребят, что это вообще такое? Что это такое? Я так понимаю, он грифоном собирается пехоту вернуть. Не, ну я же успею его проатаковать, я же не слоупок. Пока он будет возвращать грифоном. Не, реально, я не понимаю, типа, как... Ага, успел вернуть, проверяйте. Успел вернуть грифоном. Проверяйте. Хе-хе, вы видели этого грифона? Вы видели этого грифона вообще, ребята? Ой, блин, почему мне так смешно? Ой, писец. Чел на грифоне просто по кайфу залетел. Просто на грифончике, смотрите. Такая жесть. Чел на скилле явно. Чё он так долго думал? Вернул, блин, свои войска. Вернул. Ой, блин. Что? Что это такое? Просто избавился от всех своих Т-2. Что такое происходит? Все, вешаем сбор. Ну и просто посмотрим на его реакцию. Ну, типа 380 лямов силы в соло, ну... Такое. Там может быть лямов 5 войск. Мне, конечно, можно было бы протестить, а потом уже сделать сбор. Хороший сет поставил, топовый. Прям то, что нужно под мой стрелковый сбор. Идеальный вариант. Суперский. Но Дов, может быть, выйдет на него в соло.
Это, кстати, Ксинг пошел в соло. Даже не пошел, а полетел. Вылетел. Или, может быть, он пошел со своего второго аккаунта Аллеи. Наверное, даже так и есть, потому что на Ксинге очень мало войск осталось. Че, он убился? Или что-то возвращается? Нет, ничего не возвращается. Да ладно. Серьезно? Он просто летал сейчас на случайных телепортах? И отдался. Прикиньте. Он опять же ничего не стал прятать. У него было всего лишь 2 миллиона войск. Я что пытался? Я пытался с маленького аккаунта повесить на него сбор, как только наш сбор, соответственно, его ударит. Но он не дал мне шанса, потому что он просто летал на случайных телепортах бесконечно. И даже не стал нас разводить на ковры. Прикиньте. У него 2 миллиона войск. И это практически все это четвертое. Практически все это четвертые войска. Из них большая часть в гроб пошла. Лидер, кстати, у него выжил. Не забрали. Там 200 тысяч осталось стрелков. Красота. Красивая. Жалко, что Грифон не откадешился. Сейчас придется ботиночки проюзать. Но это вообще, то есть даже на ковры не стал разводить. Большое ему спасибо.